Хорхе Луис Борхес. Метафора. Историк Снорри Стурлусон, чем только в своей путанной жизни не занимавшийся, составил в начале XII века толковый словарь традиционных оборотов исландской поэзии, из которого, к примеру, можно узнать, что «чайка вражды», «коршун крови» и «кровавый» или «красный» лебедь обозначают ворона, сноска, сродни «орел с тремя крылами», метафорическое обозначение стрелы в персидской литературе. Браун, «История персидской литературы», 2.262. Конец сноски. «Дом кита» или «снизка островов» — море, а «обитель зубов» — рот. Сплетаясь в стихах и держась стихом, эти метафоры вызывали, точнее, должны были вызывать, радость удивления. Мы же теперь не находим в них живого чувства и считаем усложненными или излишними. Приемы символистов или последователей Марина постигла, уверен, та же судьба. Бенедетто Кроче мог обвинять барочных поэтов и проповедников 17-го столетия в душевной холодности и не слишком остроумном остроумии. Мне же, в перефразах, собранных Снорри, видится своего рода редукцио ад абсурдом любой попытки изобрести новые метафоры. Лугонес или Бодлер потерпели в этом, подозревая, такой же крах, как придворные стихотворцы Исландии. В третьей книге риторики Аристотель заметил, что всякая метафора возникает из ощущения сходства между различными вещами. По Миддлтону Мэри «Countries of the Mind» сноска «Места жительства духа» 2.4. Это сходство очевидно, просто мы его до поры не замечали. Как видим, для Аристотеля метафора коренится в реальности, а не в языке. Обороты же, сохраненные для нас в Снорре, рождены или кажутся работой ума, занятого не отысканием сходств, а соединением слов. Какие-то, скажем, «красный лебедь» или «коршун крови» могут впечатлять, но ни сообщения, ни открытия в них нет. Это, если будет позволено так выразиться, вещи из слов, особые и самодостаточные, как зеркало или серебряное кольцо. В самом деле, грамматик Ликофрон называет бога Геракла львом трех ночей, поскольку ночь, когда он был зачат Зевсом, длиной равнялась трем. Выражение, как ни старались толкователи, врезается в память, но, увы, не соответствует требованию Аристотеля. В трактате «Идзин» одно из имен мироздания — 10 тысяч существ. Помню, лет 30 назад меня со сверстниками поразило, до чего же поэты пренебрегают бесчисленными сочетаниями, таящимися в этом растворе, с маниакальным упорством сосредоточившись на нескольких знаменитых парах. Звезды и глаза, женщина и цветок, время и вода, старость и вечер, сон и смерть. Представленные, а вернее сказать, обобранные, в подобном соседстве эти сочетания свелись к обыкновенным штампам. Впрочем, лучше покажу это на нескольких конкретных примерах. В Ветхом Завете 1 Царствие 2.10 сказано: «И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Терпя крушение, дунайские корабельщики на тонущем судне молились: дай мне уснуть, а проснувшись, взяться за весла». Сноска. До нас дошла молитва и финикийских мореходов: «Мать Карфагена, возвращаю тебе весло». Судя по монетам 2 века до Рождества Христова, под матерью Карфагена надо понимать Сидон. Братом смерти именуют сон в Илиаде Гомера. Родство, засвидетельствованное по лессингу на многих надгробьях. Обезьяной смерти – Афдестодес. Звал его Вильгельм Клем, поэтому написавший «Смерть – это первая спокойная ночь человека». Однако и до него Гейне говорил: «Смерть – прохладной ночи тень, жизнь – палящий летний день. Ночью земли называл смерть виньи, старым креслом-качалкой – old rock rocking chair. Зовется оно в блюзах – последний сон, последний полуденный отдых негра». Не раз сравнивает смерть со сном и Шопенгауэр. Приведу лишь эти слова: «Welt als Wille
2.41. Сон для человека, что смерть для рода человеческого. Читатель, разумеется, уже вспомнил реплику Гамлета. Умереть, уснуть и видеть сны, быть может. И его страх перед беспощадностью сновидений в этом смертном сне. Сравнение женщины с цветком – еще один образчик вечности или банальности. Вот лишь несколько примеров. «Я нарцисс Саронский, лилия долин», – говорит Суламиф в «Песне песней». В сказании Амет из четвертой ветви гельского эпоса «Мабигион» правитель ищет женщину иного мира, и кудесник с помощью заклятий и чар создает ее из цветов дуба, цветков дрока и цветов ясени. В пятой авентюре «Нибелунгенайт» Зигфрид впервые видит Кримхильду, о которой нам тут же сообщают, что лицо ее сверкало румянцем розы. Вдохновленный Катулом Ариост сравнивает девушку с сокровенным цветком. Орландо 1.42. Красноклювая птичка в Армединых садах советует влюбленным поторопиться, чтобы этот цветок не увял напрасно. Герозулеме 16.13-15. В конце 16 столетия Малерб, пытаясь утешить потерявшего дочь друга, шлет ему в утешение знаменитые теперь слова. «И роза отцвела в срок, отведенный розам». Шекспир восхищается в саду глубоким багрецом роз и белизной лилий, но надо ли говорить, что вся их прелесть для него лишь бледная тень возлюбленной, которой нет рядом? Сонеты 98. «Бог вместе с розами слепил меня», роняет царица Самофракийская на одной из страниц Свинберна. «Перечню я чувствую не будет конца», сноска. Добавлю еще тонкий образ из знаменитых стихов Мильтона о похищении Проерпины и вот эти строки Д'Арно. «Но я, как время не сурово, ищу любви седоволос, и нынче замираю снова у входа в сад твой полный роз». Поэтому поставлю точку на сцене из «Where of Hermeson» «Наследник Гермесона». Последней книги Стивенсона, где герой хотел бы знать, есть ли у Кристины душа, или она всего лишь розовощекий зверек. Вначале я сопоставил 10 примеров, потом 9. Быть может, их внутреннее единство не так бросается в глаза, как внешние различия. Кто бы на самом деле мог заранее сказать, что кресло-качалка и почивший с отцами своими Давид восходят к общему истоку? Первому памятнику европейской литературы Илиаде уже около 3000 лет. Почему не предположить, что за этот огромный промежуток времени все возможности глубокого и неотвратимого сходства сновидений и жизни, сна и смерти, бегущих рек и дней и тому подобное, так или иначе исчерпаны и запечатлены? Это отнюдь не значит, будто запас метафор пришел к концу. Способность обнаруживать или воображать тайное сродство понятий, как бы там ни было, неистощимо. Сила и слабость этих находок коренится в самих словах, и поразительная строчка Данте, Пургаторио 1.13, где он сравнивает небо Востока с восточным камнем, незамутненным камнем, в чьем имени, по счастливой случайности, опять-таки скрыт Восток, «Dolce color de oriental zafiro» — отрадный цвет восточного сапфира. Прекрасно. Чего не скажешь о стихах Гонгоры, поэмы одиночества, в сапфирном поле звездные стада, который, на мой, разумеется, вкус, попросту груб и напыщен. Сноска. Оба стиха восходят к Писанию. «И видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное». Исход 24.10. Когда-нибудь напишут историю метафор, и мы поймем, сколько истин и заблуждений таили в себе эти догадки.